Красота обыденного. В городе открылась юбилейная выставка Александра Ячкова. Автору исполняется 75 лет. В Ивановском союзе художников Александра Прохоровича считают непревзойденным живописцем-реалистом. Его работы словно окно в другое измерение, удивительное и неизведанное. Это реализм, чистой воды реализм. Художник очень вдумчивый, скрупулезный, внимательный, неравнодушный к природе. Ему лучше, конечно, удаются пейзажи и натюрморты. Либо это утро, либо это день, либо это вечер, но всегда это успокоенный лирический пейзаж. Это те места, в которых мы любим отдыхать. На всех предыдущих выставках художник демонстрировал преимущественно пейзажи, но здесь можно увидеть больше. Например, натюрморты. Поразительно живые, уютные, деревенские. Каждый элемент продуман, четко выверен и прорисован. Яркие краски, ровные тени. Художник создал не просто рисунок, а атмосферу. Сам Александр Прохорович признается, очень много работает. Творческие подъемы переживает каждую осень и весну. Зима, осень, весна, лето. Вот такое состояние природы, оно и меняет состояние в голове у человека. Это даже если бы смешно, вот мне 75 лет, а я еще хожу с этим этюдником, с сумочкой. Старик, куда ты идешь? Так что вот это вот все есть. Кроме того, на выставке представлены портреты близких людей художника. Окунуться в мир красоты, уюта и покоя Александра Ячкова ивановцы смогут до 22 ноября. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.